дорогі друзі, як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – сім'я як основа формування особистості. Саме про це ми поговоримо з нашою сьогоднішньою гостею, практичним психологом Оленою Кітриш. Єлена, здравствуйте. Здравствуйте. Друзі мої, у нас в гостях знову Єлена Прекрасная. И в одной из наших прежних передач мы говорили о том, как избежать конфликтов в семье. И вообще, возможно ли избежать конфликтов? Елена, мы с вами говорили весь эфир и думали, и старались понять, можно ли избежать конфликтов в семье. Ну тогда, может быть, напомним телезрителям, можно ли избежать конфликта в семье? Если можно, два слова, потому что мы продолжаем цикл передач о семье, о формировании личности и о том, как создать добрые, теплые отношения и в семье, и на работе, и у нас с вами, телезрители, вот так глаза в глаза, уста в уста, и, конечно, вообще в окружающей среде. Итак, Леночка, можно ли избежать конфликтов? Я вас разочарую, Анеточка. Конфликтов избежать нельзя. Опа. Да, нельзя и не нужно их избегать. Конфликт – это столкновение. Мы разные люди, совершенно разные. Разные миры, разное восприятие, разное воспитание. И у каждого человека есть свои какие-то, то, что ему нравится, да, какие-то свои предпочтения. Поэтому конфликт неизбежен. Конфликт нужно решать. Конфликт – это столкновение, столкновение разных взглядов, разных мировоззрений, разных интересов, столкновение двух личностей. Поэтому избежать не удастся. Леночка, но хотелось бы, коль нельзя избежать конфликтов, и они неизбежны, хотелось бы получить от вас совет, как психолога с большим опытом, несмотря на вашу красоту и вашу молодость, опыт у вас уже колоссальный. И хотелось бы получить от вас совет, если нельзя избежать конфликтов, то хотя бы как сделать так, чтобы при этих конфликтах не разбивались... Не разбивались жизни. Угу. Ой, ладно, уже там тарелки и чашки, а чтобы жизни не разбивались. Смотрите, влияние в первую очередь идет в семье. Семья – это целое государство, это целая система. Открытая система, закрытая система. На семью влияет очень много внешних факторов, внутренних факторов. Вот. И в семье много разных установок, много разных ценностей. И это ребенок воспринимает с самого детства. Впитывает как губка, да? Впитывает как губка. Именно жизненный сценарий закладывается именно с фундамента, именно с маленького возраста. Вот кажется, да, маленький ребенок ничего не понимает. Но ребенок уже в один месяц, если он видит и слышит конфликты в семье, у ребенка уже огромный стресс. То есть, если ребенок лежит в колыбели, а мама с папой в этот момент решили выяснить отношения и выяснить отношения по-взрослому. Да, ребенок переживает психотравмирующую ситуацию. Уже были исследования и доказано, что младенец, которому только исполнился месяц, даже месяца нету, он очень сильно чувствует, потому что он находится в слиянии с мамой. Мама в этом периоде, да, как в стрессе, она переживает, она тревожна. И передается все вот этой вот невидимой нитью, эмоциональная связь передается ребенку. Вот. Поэтому конфликты, они очень сильно травмируют человека, очень сильно травмируют ребенка. И так как семья – это основа, фундамент, да, личности, поэтому семья важна. И ребенок должен чувствовать себя комфортно в любой семье. Ну, знаете, раньше был глава семьи кто? Муж. Сейчас больше женщины главы семьи. И еще есть такая вот терминология уже новая – безотцовщина при отце. Это когда наши мужчины зарабатывают деньги, они что? С утра до ночи работают, они приносят в семью, потому что ну, мы видим, что кризис. Который... Не, ну, в принципе, Лена, вы понимаете, в нормальных семьях было так всегда. Угу. Мужчины зарабатывали деньги, отец приходил вечером, проверял уроки. Если что, там мать управляла с детьми, а если что, она говорила, скажу отцу. И дети знали, что последнее слово за отцом. Хорошо, если отец
находил связь с ребенком именно гуманным способом, а не это была плетка, как мы знаем, да, либо ремень. И ребенок от страха уже сидел и опять же был в каком-то состоянии, в стрессе, в травмирующем состоянии. Мы знаем сейчас 80% семей, они что? Распадаются. Вот. И женщины воспитывают сами детей. А сценарий жизненный, структура личности, да, как у нас тема, формируется именно в полноценной семье. И для ребенка очень важно, для девочки очень важно подражатель отца, да, ориентир отца, его образ. Для мальчика очень важен образ матери. Вот какой 5 лет уже формируется образ мужа и образ жены именно в 5 лет. Да, и этот образ дети неосознанно берут, воспринимают именно с роли матери и отца. Вы знаете, воспитание, естественно, это очень тяжелая, как бы, это работа, да, и день, это и ночь. Это тяжелая работа, действительно работа, потому что, знаете, есть тибетское воспитание. До 5 лет ребенка нужно воспитывать как царя. Как царя. Все ему разрешает. Все, да? Ему разрешает, да, да. Вот. После 5 до 10 лет ребенка нужно воспитывать как раба. Как раба. Нужно нагружать работой. С 10 до 15 лет ребенка нужно воспитывать как равного себе, как равного. И вот эти основные, казалось бы, да, такие простые вот способы, но они так влияют потом на взрослую жизнь человека, именно на взрослое мировоззрение ребенка. Вот. И все зависит именно от этих позиций. Как правильно подойдут родители именно в маленьком возрасте? Какие черты характера у него сформируются? Ну, самая главная цель, конечно, это быть каким? Счастливым. Для этого и психология, да, наука такая сейчас современная, потому что каждый человек хочет быть каким? Счастливым, чтобы его любили. А мы видим, что в семье сейчас как на передовой, на войне как на войне. И много таких семей, вот даже передачи мы видим, да, «Семейные войны» называются, где должна быть гармония, где должна быть доброта, где должна быть творчество, да, процветать, спокойствие. А семьи находятся, и детки в таких семьях находятся в таких психотравмирующих ситуациях. Елена, мы знаем, что человек рожден для счастья, как да. птица для полета. Да. И стремление человека к счастью, оно неистребимое, какие бы самые мрачные, какие бы страшные, какие бы войны ни происходили, но человек интуитивно стремится к счастью, потому что если он не стремится к счастью, то тогда он перестает просто-напросто жить. Да. Но вы понимаете, а счастье – это некая такая многогранная область, потому что в ней есть и конфликты, но можно поконфликтовать, потом помириться. Да. Вот вы говорите, что психологи утверждают, что формирование личности ребенка, оно возможно лишь в полной семье. Да. У нас очень большой круг телезрителей. К сожалению, не у всех полные семьи. И сегодня полная семья – это явление, к сожалению, очень не редко. Всегда... Да. Нечасто. Вот сейчас смотрят нас телезрители, которые воспитывают детей в неполных семьях. Они могут впасть в уныние, потому что как же я буду формировать личность своего ребенка, если моя семья неполная? Но я думаю, что и на эти их недоумения у вас есть чем ответить. Да. Тогда надо подключать дедушку, тогда надо крестного. Может, есть какие-то братья старшие у мамы, да? Вот. И чтобы все-таки мужская идентификация была, особенно если это мальчик, потому что дома воспитывает мама, в саду воспитывает женщина-воспитатель, в школе также женский пол. И мужчины вырастают какими? Инфантильными. Они есть незрелые для взрослой жизни. Они не могут как бы брать на себя ответственность. Именно ответственность. Это мировоззрение, оно искаженное. Вот знаете, каждый хочет любви, да? И он должен получить любовь матери и любовь отца. Не надо, если разошлись, не надо ни в коем случае, вот мамы ставят
сразу. Барьер. Барьер, да. И отец не должен общаться. Должен общаться. Должен. Даже в таком, если отец изъявляет желание, он должен общаться с ребенком. Взрослых отношений – это их отношения. Ребенок здесь совершенно ни дети при чем. Дети часто становятся разменной монетой, да? Да, да. Ребенок здесь совершенно ни при чем. Он как любит маму, он так любит и папу. И давать именно ребенку полноценное общение, чтобы он учился с этого маленького возраста уже любить. Потому что потом не формируется доверие к социуму, базовое доверие, да? Базовое доверие. Ребенок потом начинает не доверять социуму, не доверять людям. Знаете, есть такая притча, как-то один путник, странник, шел с одного города в другой город, вот, и подошел он к вратам города, и, а там стоял страж. Он, страж был мудрецом. Он говорит: «Страж, я иду в ваш город из города Н. Какие у вас люди? Добрые или злые? Жадные или щедрые? Плохие или хорошие?» Он говорит: «А какие были люди в вашем городе?» Он говорит: «Ой, знаешь, злые, страшные, жадные, безобразные, глупые. Ты знаешь, не надейся, у нас точно такие». Понимаете, у нас точно такие. Вот какое мировоззрение складывается у ребенка, создается в этом периоде, так оно будет влиять на всю жизнь. Вот в чем суть этой притчи, да? Уже поменять, поломать его потом просто нереально. Прежде чем ломать внешне, изменять внешнее, нужно изменить внутреннее. Да, и нужно формировать у ребенка в первую очередь вот это самоуважение, доверие, чувство собственного достоинства, формировать самооценку. Адекватную самооценку, устойчивую самооценку. Вы знаете, очень много взрослых детей, которым уже 40-50 лет, взрослых детей, я так их не побоюсь назвать, именно взрослых детей, потому что в каждом человеке живет ребенок, сколько бы нам лет не было. Особенно этот ребенок живет в мужчинах. И в мужчинах, и точно так же в женщинах. Вот есть по Эрику Берну, да, целая теория. Взрослый, родитель и ребенок. У нас у каждого есть, да, три эго-состояния. Взрослый, родитель и ребенок. Вот когда мы плачем, когда мы смеемся, когда мы что-то желаем, да, именно здесь и сейчас, это говорит нас. Ребенок. Ребенок, конечно, потому что он искренен. Дети живут здесь и сейчас. Они не могут как-то вуалировать свои желания. Они четко могут строить свои границы, да? И беречь свои границы. Вот ребенок четко 3 годика, 4, а он может сказать: «Нет, не буду», «Нет, не хочу». Они могут сказать слово «нет». И это правильно. Но родители, это им не нравится. Знаете, есть такая позиция. Ребенка должно быть видно, но не слышно. Угу. Да, он должен играть. Но а так... потом такие взрослые дети приходят к нам, психологам, и пытаются как-то докопаться до истины, что случилось, почему так. Потому что вот это внутреннее состояние конфликтное, знаете, есть семейные конфликты, а есть самое страшное – это внутриличностные конфликты. А у ребенка может быть внутриличностный конфликт? Конечно, в ребенка может быть внутриличностный, когда у него есть естественные потребности, базовые потребности в любви, в принятии. Ни в коем случае не в каких-то модных джинсах, либо в дорогих конфетах. Нет. Нет, родители очень сильно ошибаются, когда думают, что купили ребенку одеться, накормили его в теплой квартире. Но если нет эмоционального тепла, эмоциональной ласки, эмоциональной поддержки, знаете, как в семье, но в одиночестве, сейчас теряется вот эта вот структура семьи, вытесняют вот компьютеры, знаете, потому что раньше как, все садились вечером за одним столом, вот. Вели разговоры, вели беседы, а сейчас это статистика, в свой компьютер. Каждый либо в компьютер, либо в телевизор, вот эти нанотехнологии, они начинают вытеснять вот это живое общение, а общение – это роскошь, это, да, Экзюпери сказал, самое
дорогое, самое драгоценное, что у нас есть, это именно общение. Общение вытесняется. Каждый берет тарелку, накладывает, да, себе и идет кто куда, каждый в свою комнату. И они могут сидеть в одной комнате, но не видеть друг друга. И это самое страшное. Вот этот эмоциональный голод, который сейчас есть у детей, у взрослых, надо его просто вытеснять. Нужно... Леночка, вот смотрите, для того, чтобы объединить семью за одним столом, вот сейчас нас посмотрят телезрители, телезрительницы тоже, и все, вот с сегодняшнего дня начинаю объединять семью за одним столом. Но вы только что проговорили ситуацию, когда все приходят, разбредаются, да, по своим компьютерам. Хозяйка, она накрывает стол, да, приходят дети, возвращается, приходит муж, каждый накладывает свою тарелку, да, и пытается уйти в, да, да, по есть своим такая комнатам. Тенденция. Но хозяйка их возвращает и говорит: нет, отныне только и навсегда мы будем сидеть за одним, да, столом. Ведь может возникнуть конфликт. Она скажет: нет, вплоть до того, что я разобью компьютеры ваши и телевизоры, если вы не будете сидеть за одним столом. Нет, ну подождите, иногда телезрители воспринимают все буквально. Не надо таких крайностей, дорогие мои, не надо. Нужно подходить с любовью, с лаской, с теплотой. Вот человек – это зеркало. Как вы подойдете к человеку, так и он к вам. Если вы подойдете к человеку с кулаками, да, ну, образно мы говорим, с кулаками, автоматически у человека что? Так же образно сжимаются кулаки. Это надо… Непроизвольно, да? Да, нужно подходить гармонично. Не давить. Это должна быть как традиция. В чем семья? В чем ее преимущество? В том, что есть традиции, есть семейные ценности. И они вытесняются, они искореняются. Этого нельзя допускать. Потому что общество влияет на семью, но семья влияет на общество. Вот. Не должно быть вот этой вот разобщенности в семье, а именно культивировать вот эти вот ценности вместе и решать также конфликты за семейным столом. Собираться, не надо утаивать, не надо молчать об этих конфликтах. Да? У каждого есть какие-то недовольства, что-то не нравится, что-то не подходит. Мы молчим, мы проглатываем, мы это вытесняем внутрь. Потом у нас что начинается? Психосоматика. Потому что не проговорили, не объяснили, нас не услышали. А за семейным столом как раз можно сесть и обсудить, и поговорить, у кого что на душе. Вот должно быть вот это общение живое, не виртуальное, а живое. Для того, чтобы, понимаете, Елена, для того, чтобы было живое общение, необходимо полное доверие в семье. Конечно, доверие, самоуважение, любовь, они идут рука об руку. Вот эти три основные факторы – доверие, самоуважение и любовь. Из этих трех факторов формируется уже самооценка ребенка. Самооценка закладывается именно в дошкольном периоде и продолжает до подросткового возраста. И вот какая самооценка сформировалась, да, до 18 лет у человека, практически она такая и будет. И уже ее изменить невозможно? Нет. Вы знаете, можно подкорректировать, но это усилие должно быть самого человека. Он должен захотеть это изменить. Но многие не меняются. Зона комфорта, они так привыкли. И тогда начинаются конфликты, потому что низкая самооценка, человек боится что-то попросить, боится заявить о себе. Угу. Он как бы боится находиться в пространстве, потому что он считает себя не таким ценным. Что такое самооценка? Это ценность. Человек представляет о своей ценности, да? Какой он, какой я. Потом вытекает «я-образ». Я образ, какой я? Хороший, да, умный, красивый, добрый. У меня в моей практике был ребенок, когда я с ним рисовала солнышко, и он должен внутри солнышка был написать свое имя. А потом на лучиках, какой он? Это был школьник, вот, младшая школа, и он написал «плохой». Да. И все плохие вот слова, какие есть, я, естественно, не буду это сейчас говорить в студии, но у меня просто сердце сжималось. И этот человек, представляете, он же вырастет с этим «я-образом», как он может потом постигать какие-то цели, как он может заявлять о себе в этом мире.
Потом и начинается насилие в семье. Как правило, девочки, которые испытывали насилие в семье, вот видели насилие в семье, точно так же они в своих семьях неосознанно, они провоцируют мужа, они делают так, чтобы были конфликты в семье. Потом плачут, потом это и идет, оно, знаете, как снежный ком. То есть женщина может даже из благих намерений провоцировать конфликт. Если она привыкла, что в семье были постоянно конфликты, это норма для нее. Это норма. Почему мы говорим о детстве, как оно важно, как оно влияет на жизненный сценарий человека, каждого человека? Он бессознательно идет с человеком до конца его жизни. Наши установки, наши какие-то травмы, все потом влияет именно на личность, на структуру целой личности. Может провоцировать женщина, ей не хватает этого адреналина. Вот. И она таким образом в семье провоцирует и получает вот тот гормон, вот ту дозу, которую она привыкла получать в семье. Да. Это очень опасно. Опасно. Елена, будьте добры. Женщина выросла в такой семье, где конфликтовали. Сейчас не о мужчинах речь, а о женщине. Она... Ей очень хочется спровоцировать своего мужа, детей, но вот она понимает, что если она начнет, она уже остановиться не сможет. И она удерживает себя силой воли. Как долго вот такое может быть? Она может себя удержать силой воли? Вы знаете, Анеточка, ну, человек может все. Человек может все. Если он хочет, он может все. Ну, это уже насколько привычно, насколько Это может даже непроизвольно. Да, непроизвольно. Да? Это может быть не. Это может быть уже как норма жизни. Как норма жизни. Да. Тогда получается, что вот это жизненная ситуация, всему, чему учат в школе, там буквы разные считать. Да. Помните, телезрители, песню учат в школе, учат в школе, учат в школе. А вот главное, как адаптироваться в жизни. Не учат, да. Но, учат. Возможно, есть еще элемент, конечно, воспитания в школе тоже, но все-таки как жить, это в первую очередь учат этому в семье. Да. А как часто мы слышим, он еще маленький, он ничего не понимает. Нет. Это совершенно неправильная установка. Все детки понимают, все детки видят, все детки слышат. Они даже если делают вид, что заняты какими-то игрушками, они слышат все и видят. И неосознанно это записывается. Машинка постоянно работает, детки постоянно все записывается. И хотелось бы сказать телезрителям, чтобы знали, насколько важно, насколько важны семейные ценности, вот та атмосфера благополучная. Да, конфликты будут, но они решаемы, их можно решать. Можно собираться за общим столом, говорить, обсуждать, рассказывать. И ребенок должен быть сопричастен к этим разговорам. Когда он чувствует, да, что его берут, считаются с его мнением, особенно когда уже 10 лет, когда он на равных, да, он хочет тоже знать, как планировать бюджет, куда поехать. И также у ребенка надо спрашивать это все. Точно такую он модель понесет в свою семью. Точно такую. Если он привык, что есть какие-то семейные ценности, да, традиции, ритуалы, точно так же. А если разобщенность, если одни конфликты, скандалы, конечно, ребенок уже в семью понесет не то, что бы хотелось, не ту социабельность, которая должна быть. А скажите, пожалуйста, Елена, а можно ли конфликтовать позитивно с точки зрения психологии? Любой конфликт, есть конструктивные конфликты, есть деструктивные. Вы знаете, есть стратегии, целые стратегии конфликтов. Вот. Есть избегание конфликтов, есть борьба. Есть сотрудничество, а есть компромисс. Можно находить компромиссы, можно сотрудничать друг с другом. Даже во время конфликта? Конечно, конечно. Посмотреть глазами, вот как, знаете, дистанцироваться, да? Посмотреть со стороны на себя, на мужа. Вот и представить, когда вы ругаетесь, да, там, что машут руками, как это смешно со стороны. И вот чем больше вот таких упражнений будут прорабатывать наши телезрители, тем лучше. И быть гибким, гибким. Вот поехать на работу другой дорогой. Представить себя в 17 лет, представить себя в 93 года, а потом вспомнить, сколько вам лет.
и радоваться жизни, любить друг друга. Любовь – это то, что нас соединяет, то, что делает нас добрее. И, Анеточка, я скоро, да, наша передача подходит. Да, у нас остается... И мне бы хотелось, так как сегодня семья... Семья. Да, семья, вот мы тема... все объединились за одним столом, дорогие телезрители. Да, и я знаю, что по ту сторону экрана есть любимые и родные люди. Буду плакать. Плачьте, Лена, добрыми слезами. Это родители. Это моя первая учительница, вот, которая постоянно смотрит наши передачи. Моя сестричка, мои коллеги по работе, Антонина Ивановна, Иночка. Всех люблю, всем привет. Потому что у нас уже большой с вами путь, да, много передач. Как-то вот сформировалась вот та семья уже по ту сторону уже экрана. Уже сформировалась семья. Да, которую мы тоже очень любим. Конечно. Конечно, и вот. Для которой, в принципе, и звучат все эти добрые слова. Да. Чем больше, я думаю, мы будем давать информацию, тем будет лучше, и наш мир будет просто... И наш мир будет еще светлее, благодаря таким красивым и добрым людям, как вы. Елена Прекрасная, спасибо вам, что вы были с нами. Телезрители, спасибо, что вы были тоже с нами, я надеюсь. И помним, что любовь все покрывает, долго терпит и многомилостивает. И поэтому, конечно, любовь в первую очередь, и даже если вы конфликтуете... Друзья мои, конфликтуйте с любовью. Це була розмова на тему. На все добре.